Привет, друзья, с вами Варчик. Уже не первый раз пытаюсь записать этот видосик. Перезаписываю, потому что надо помягче, потому что... Что? Потому что я очередной раз критикую картошечку. Вот какое слово я вспомнил. Критикую. Да. Картошечка снова сломала все в игре. Все поломалось. Да, конечно же, клиент работает, вы можете играть в игру, и вы, возможно, даже ничего не заметили. Если вам не нужны в игре реплеи, и если вы не пользуетесь модами, то вы, наверное, ничего особо не заметили, кроме того, что через день или через два выходят микропатчики, в которых что-то там подкачивается, и вы дальше играете в кальтосечку. Конечно же, нет, вы должны были еще заметить, что исчезли трассера, и теперь не видно, куда там что летит. Просто с нолядичек летит, по какой он там траектории полетел, что там, куда там, трассер, просто его нет, зачем он нужен. Ну, поломался, ну и неважно, покритиковали кальтосечку, да, обиделась кальтосечка, не возьму тебя на тульнильтик. Да и не впёлся мне твой тульнильтик, кальтосечка, все равно за него ничего не дадут. Как батрачок сидеть по 10 боёв и глядь стальную охоту и стримить ее. Заняться мне больше нечем, по 10 боёв в день ее играть. Еще посмотрим, понравится ли мне этот режим, может в него вообще нет смысла играть. Что сразу очевидно, что стальная охота, которую они сейчас сделали, совершенно не похожа на то, что я играл раньше на песочнице, когда они первый раз этот режим тестировали. Тот режим был бодрый и активный, и в нем можно было научиться активной игре, тактике, выживанию. А в этом режиме научиться нажимать кнопочки от 1 до 10. Больше там особо ничего не научишься, смотреть на карту и ехать в квадратик, который тебе отметили. Вот и все. Посмотрим, что за режим. Поиграем, тогда и будем за него говорить. А сейчас это так, накипело. Так вот, что же там картошечка наломала? Покритикуем. Реплейчики ваши, которые вы присылали в новую рубрику, где я разбирал ошибки и помогал вам от них избавиться, чтобы вы лучше играли. Реплейчики-то сломались. Казалось бы, а чё они сломались, патч-то не вышел. А они сломались от микропатча. Если раньше реплеи ломались от патча, то есть если вы сыграли бой в патче 1.6 и реплей сохранился, то этот реплей открывается клиентом патча 1.6. Все логично. Если вы сыграли в 1.5, то клиент, чтобы открыть этот реплей, нужен тоже 1.5. Так вот, сейчас патч в картошке 1.6, реплеи вы мне скинули патча 1.6, но они не открываются, потому что они сыграны были до микропатча. Если у вас есть реплеи, сыгранные после микропатча, я смогу их открыть и записать видосики. Да, конечно, я мог бы заглянуть в будущее, ведь все стримеры читают будущее, потому что так кто-то когда-то из разработчиков написал на форуме. Статисты так халясё играют, что они могут заглянуть в будущее. Да, я тоже могу заглянуть в будущее, но вот я кретин, не записал видео заранее, пока отсматривал ваши реплейчики. Реплейчиков было достаточно много, я их просто отложил, отсортировал. Те, которые мне не нужны, в одну кучу, и те, которые мне нужны, в другую кучку, поменьше. И из той кучки, что поменьше, когда у меня есть время, я хотел записать видосики для вас. Но не могу, потому что, видимо, надо чаще в будущее заглядывать и знать, что эти реплеи сломаются и не смогут работать. Точнее, я не смогу их открыть. Если старые реплеи можно еще как-то попробовать открыть, если вы найдете, где скачать старый патч, то где скачать нынешний патч без микропатча, запутанная, короче, каша такая, я не знаю. Поэтому реплеи сломались. Не переживайте, сломались не только ваши реплеи, но и мои реплеи, которые я опять же для вас отложил, с какими-то большими результатами, из которых я хотел сделать видосики. Одну тему я уже у себя там в голове набросал, что я хотел сделать. Это был бы видосик про скилл, чистый скилл, как я уже говорил в другом видео, где бы я рассказал, что такое действительно скилл в картошке, из чего он состоит, какие там подпунктики есть в каждом большом пункте. Разложил бы это все на большие такие вот ветки. Что нужно сделать в бою, из чего состоит скилл. Не из каких-то там одних действий, как многие думают, там надо делать одно или другое. А у этих больших вариантов действий есть много вариантов таких маленьких, из чего это все состоит. Вот я это все хотел рассказать, много там всего, но под что это рассказывать? Может мне пойти, я не знаю, там вебку в окно поставить и поснимать там, как алкаши на улице тусуются, или фиг знает. На фоне что должен быть какой-то бой там или что-нибудь подходящее, правильно? Но не из чего снимать, не из чего, потому что
поломалось все. Наиграл я вам несколько реплеев и, видимо, буду делать обзор на Эмиль за линию фронта, потому что я на нем чуть-чуть поиграл, отложил несколько реплеев, уже мнение про него немножко сложил. Надеюсь, пока я записываю этот видосик, реплеи не сломаются. Да, картошка? Присылайте новые реплеечки. Надеюсь, пока вы их присылаете, они не сломаются прямо на ходу. Чтобы я рассмотрел ваши реплеечки, посмотрел ошибки, указал на них и объяснил, как их исправить. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.